Всем привет, друзья! Меня зовут Миша и приветствую вас на игровом канале Storm Aurus. Сейчас мы будем продолжать наш вестерн Дикого Запада, и остановились мы на третьем эпизоде. Разобрались мы с Курчавым Биллом. Была нелегкая битва, если честно. Потому что он дерется и в ближнем бою, и с дальней дистанции. Не сказать, что было прям супер сложно, но пришлось, как вы помните, несколько раз нам перевоскрешаться. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Итак, оружие у нас есть, и сейчас мы отправляемся за главарем банды, которые грабят поезда. Ни хрена себе, орел. Вроде есть. Что-то мне не нравятся вот эти скалы по бокам. Такое ощущение, что нас заманывают в ловушку. Да, возможно, это преждевременно. Так. Что, блядь? Так. Я слышу их, но не вижу. Главное не забывать искать, как они там называются, золотые вот эти статуэтки или что там. В общем, да, вот эти мини-достижения в игре. А вот они, чувачки. Вот так, ох ты, блядь. Нихуя себе, ты чё, блядь. Кстати, вот эти бочки можно повзрывать, чтобы получить дополнительные очки. Так. Куры, ко-ко-ко. А вот и вход в шахту. Нам же нужно было его найти. Давайте не будем слишком быстро заходить, потому что у нас здесь где-то должен быть... По-любому должна быть где-то вот эта штука. Должны они были спрятать ее. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Отлично. Динамит у нас есть. Слушайте, ну нет, тут продолжение дальше идет. А что же это за шахта тогда? И вот туда вообще проход. Неоднозначный путь. Неоднозначный. Да, смогли. Ничего себе. Так, у него что за ружье? Обычное у него ружье. А вот это что такое? А вот это, кстати, та самая шахта, да, в которой мы могли пройти снизу. И она ведет сюда наверх.
Мы могли, собственно, так же сюда идти с самого начала, да, я так понимаю? Вот мы оттуда шли, поэтому... Не вижу большого смысла, да, сюда телепать. Единственное, что, я думаю, есть смысл спуститься в ту шахту и посмотреть, что там есть. Вот в это вот. А вот он, ребятки, мы нашли его. А, нет, стоп, это стволы. Что за черт? Так, а вот и шляпа. Первая. Одна из четырех. Кстати, тут можно что-то подорвать, дополнительные бонусы получить. Так, ну давайте сначала посмотрим, что есть из оружия. Кольты у нас не меняются. Есть какой-то рейнджер. Вы видите, да? Давайте возьмем его. Так, у нас два рейнджера теперь. А что лучше? Шестизарядник против рейнджера. А у рейнджера тоже шесть зарядов. Ну что, оставим рейнджеры. Давайте посмотрим, как они стреляют. Ну ничего так, стволовые. Ничего, я вам скажу. Нормик. Ну не знаю, взять обычный шестизарядник. По-моему, рейнджеры покруче, да, будут? Попизже, так сказать. Не знаю, у них нет урона, нет никакой информации о них. Ну, так, обрезанный дробовик. Дробовик, нет, винтовка мне. Мы же качаем винтовку, правильно. Так, но смысла наверх залазить я не вижу. Потому что мы уже там были. Мы просто выйдем сейчас на шахту. С какой стороны мы вышли? Карты-то нету. Я понял, по-моему, я понял. Я знал, что здесь где-то одна ачивка есть. Мы ее нашли. Теперь со спокойной душой можно проходить дальше. Ко-ко-ко, пошу отсюда. Так. Вы можете стрелять по динамитным шашкам в воздухе. Ну, здорово, что я могу по ним. Что нахуй? Блять. Robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Так. Ну чё? Charlie Crow, the blacksmith. Charlie Crow. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Не знаю, какой... Stealing and thieving and murdering their neighbors. Не знаю, какую жизнь они там вели. А нам нужно теперь explosives. Да. А нам... Нихуя себе! Ой, блядь. Бать, ну вы поняли, да, короче, что нам... Не все так просто теперь кажется. И опять нас с гранаты вынесли, блядь. Просто заебись. Я не знаю, нас предупредили, что мы можем стрелять в воздухе по гранатам, но я их просто не вижу. Так. Ну что? Сейчас вот отсюда пиздюки выскочат.
Так, готовальня. Проходим дальше. Arrest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Хладнокровные убийцы. Dangerous, desperate individuals. Damn you! Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand. While stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter, which I had no idea how to breach. На всякий случай. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet. One stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Блять. Патрики заканчиваются. Все повзрываем к хуям, чтобы получить как можно больше очков. Так, и оружие, а ачивка? Обычно где патроны, там лежит и ачивка, но почему-то ее здесь нет. Че у нас, все то же самое, да, собственно, ничего нового нет. Бочка, ну давайте ебанем ее, чтоб, блядь, для... Для полной красоты картины, блядь, чтоб ничего не оставалось. Есть у нас очки? Нет у нас очков. Ничего раскидать мы пока не можем. Ну хорошо. Так, вот это, по-моему, мы у него ствол не забрали. Он, блядь, лежит. Остальные все поисчезали, а этот пидор лежит. А, нет, забрали мы. Они просто валяются, окей. Так. Но все-таки мне непонятно, почему нету ачивки там. А, по идее, она должна была быть здесь. Патроны здесь лежат. Где-то наверху? Нет. Ну ладно, нет так нет. Может, где-нибудь в другом сейчас месте найдем. Тут тоже нету, да? Нажмите, чтобы открыть задание. Ну давайте. Чё написано? Найдите вход в шахту. Да это, блядь, все понятно. Я думал, что я герой. Так, естественно, мы герои. В одиночку против всех долбоебов сражаемся. Что это?
какие-то патроны, которых у нас просто как жопой жри. Так. Бань, нихуя тут и вообще. А чё, сохранение будет какое-нибудь? А то сейчас меня кокнут, опять все бочки придется. Направился на встречу своей судьбе. Чё мы там? Так. Блять, тут такие звуки пиздался, блядь. But first, I had something I needed to figure out. Ну туда это продолжение, в эту башню высотную. А здесь что? Хуя здесь нет. Он не рвется вообще, падать не хочет никак. Понятно, не будем мы тратить патроны понапрасну. Это говно, блядь, не хочет падать. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Так. А дальше мы никак не пройдем, да? Кто-то там кричит, чтобы мы проваливали отсюда. Do you know who we are? Только я никого не вижу, ну да ладно, идем. Так, я думаю, стволы получше здесь будут. Что там? Умер или сидит? Умер. Чё, гранату что ли кинули, блядь, долбоёбы? I'm putting you down. Не понял я. Отдохнул. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Можно легко потеряться. Блять, ну это понятное дело. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. You can't hide forever. That's it for you. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Вокруг.
Так, ну этого хуя мы убили тут. Ее, новый уровень. Фу-ху. Так, а вот сверху, блядь, непонятно. А вон, кстати, куча патронов. Нам надо как-то спуститься. А вон и лестница, откуда мы, собственно, ушли. Да, только мы туда же выйти не можем. Там закрывает... Че, походу... А, вот стоп, у нас тут... Все, давайте выучим сейчас новые... Так, что же у нас открывается? Подсказки о самородках. Ну, это мы помним, да. И есть ускоренные перезарядки. Быстрым нажатием кнопки аккуратнее обращайтесь с патронами. Во время перезарядки безостановочно нажимайте К. Это у нас R. Чтобы вставить патроны быстрее. Этот навык неприменим для механизмов перезарядки с откидывающимся стволом. Я понял. Только этот, в общем, только для нашего ружья. Для дробовика не прокатит. А здесь улучшенный револьвер с узором. За привлекательной внешностью скрывается инженерный шедевр и смертоносное оружие. Упрощенный механизм спуска и удлиненный ствол повышают скорость стрельбы и увеличивают гибкость этого изначально посредственного пистолета. Плюс 30 к скорости стрельбы и плюс 15 к скорости прицеливания. Ну чё, мы выходить будем в пистолеты, да, я так понимаю. Самородки мы сейчас оставим, потому что там потом дополнительное приближение при прицеливании задерживайте дыхание. И будьте точнее, целясь спокойно и фокусируясь на одной цели за раз, и вы получаете дополнительную. Ну понятно, здесь, короче, фокусировка еще одна. Вот. А что касается у нас здесь стволов, то перезарядка на бегу, понятное дело, более долгие комбо. Ну вообще, на самом деле, это крутая штука, более долгие комбо. Вот, за нее очки получать можно. Вот, ну давайте возьмем более долгие комбо, возьмем, чтобы мы могли... Все-таки пора пользоваться буквой Q и не забывать за нее. Потому что я чувствую, что проблем мы не оберемся. Стрелять нам придется намного больше. Врагов будет еще намного больше. Патриков нам не надо, у нас все есть. И мы проходим дальше. Я их сразу взорвал, чтобы мне просто пизды не дали, блядь. Это сейчас буду проходить, по мне возьмут. Гасанут разок и начнется. Так. Я не знаю, правильно я сейчас поднимаюсь или нет. Или я оттуда спустился. А, ну стоп, ну я понял. Это была вот эта закрытая. Или нет? По-моему, я здесь был. По-моему, я здесь был, мне просто нужно спуститься и вот туда. Где мы были внизу шахты. Вот так, и куда-то мне нужно вот сюда. Вот, вот сюда. Ну да. Тихо. Хуя, блядь. Куча патронов. Мне кажется, сейчас будет у нас какой-то главарь. Так, и у нас также нету самородков, ничего. Мы только один нашли. И все. Сразу взорвем, чтобы ничего не было. Что, блядь, факел? With all that gunpowder and dynamite everywhere, ебать, a body has to know what he's shooting at. Тут все на этих бомбах, блядь. О, не, это плохая была идея. Это была плохая идея. Короче, я понял, надо. Сейчас мы как-нибудь. Сейчас мы как-то аккуратненько все сделаем. Ой, блядь. Это пиздец. Так, а как же сделать-то? Как-то нужно, короче, сделать. Я могу выпрыгнуть? Может, кинуть гранату?
Может, короче. Нет. Не получится спрятаться, не получится никак. Оно все разом взрывается. Вот, может быть, реально гранату кинуть туда им. Я думаю, как-нибудь. И выпрыгнуть не вариант. А что делать? Как быть? Все, походу, надо аккуратность. Короче, понятно. Нихуя себе, блядь! Что происходит? Ебамаран. Ой, блядь. Во время перезарядки. Так, я понял. Короче, что-то здесь надо делать. Куда-то спрятаться или бежать. Так. Я понял, что это классное сохранение, только куда нам бежать? Заебись, ха-ха-ха. Да ладно. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Нихуя себе, блядь. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. А, это все задумано было. А, вообще жесть. А я-то думал, что за это, как тогда? Здесь есть лестница, отлично. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Согласен с тобой. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Так, ну я спустился по этой лестнице, а дальше? Это что, шутка такая или что?
Еще раз смотрим. Не, ну тут произошло сохранение. Я же не думаю, что мне прыгать надо туда. О, ну тут ни хрена себе. О, это прикол. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. Sheriff Plummer. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Take that asshole out! That $10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Свести счеты с шерифом? Ну да, если он бандюган, согласен, надо его прикончить. Так. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Так. Либо лестница, либо лифт. Ну... Я предпочитаю лестницу. Прикиньте. Интересно. Упадет ли он сейчас или нет? Возможно, подъем по лестнице был ошибкой, ну да ладно. Раз мы уже решились вручную, тогда выбора нет. Где эти придурки орут? Опа, нам уже шмаляют. Ой, блядь. Ну чё, мы добрались до лифта, а дальше всё сюда, да, наверное. Так. Сюда. Plummer was a mad dog killer. Ох ты, блядь. Всё, пиздец, короче. Нам выкинули две бомбы и... Вся беда. Можно было назад, конечно, тупо свалить. Ну да ладно. He was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Все, нет у нас нигде. Никто нам больше бомбы не будет кидать, будет, надеюсь. Нам вон туда. А как, блядь, пройти? Или сюда спрыгнуть вниз? Нет, я не думаю, что нам вниз. Вот так вот. Чё нам? Так, гранат нам не надо, у нас их достаточно. Угу.
И сейчас, походу, этот будет шериф. Законник. Ну да, вот он, бандит. Генри... Генри Пламер. Сейчас посмотрим, как нам с тобой драться. Походу, надо будет что-то с гранатами делать. Ну давай. Бля, тут еще его придурки выскочили. Ай, блядь, он мне гранату кинул, сука. Я думал, он меня в другое место и кинул. Ай, блядь, так. Блять, сколько же их много тут. Ну это пиздец. Ебать, они гасят, блядь. Даже не успеваю их увидеть, где они. Так. Ну-ка. Catch this, you son of a bitch! You can shoot, but can you aim? You want some more? Gonna blow you into next week, boy! I'm throwing all medieval on your ass! This is
Да. Короче, они гоняют по кругу, и тяжко их как-то зацепить. Где он? Еще немного осталось. Есть! У-ху! Прям в губашню. Вот так вот и уехал. Вот так начинается наша карьера ковбойская. Ха-ха. Так, любимое оружие, рейнджер. Ну это да, любимая награда, убийство в падении. Я не знаю, что такое убийство в падении. Свидетельство о подлинности, одно из четырех. Ну это да. Точность 37%, врагов 55%. Ну, блин. Ладно. Генри Пламер готов. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Итак, эпизод четвертый. Hell,
He killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody. Not even Wild Bill Hickok himself. Ну что ж, четвертый эпизод. Будем мы разбираться с этим бабом. I was there with the intention of finding that bastard. Что у нас за пистолет, ебанутый? Collecting the bounty on John Wesley. Может быть, мне с ними не обязательно драться. Оу. Первое. Так, ребята, давайте здесь сделаем перерыв.